лекции мы обсуждали с вами процесс электрон-ионного рассеяния и аннигиляции электрофилированности и жертвенности. Ну, чем интересен этот процесс? Эти процессы. Тем, что можно в них измерять форм-фактор пенизона. Матричный элемент процесса. Диаграмма процесса изображается, скажем, процесс рассеяния. Вот такой процесс рассеяния. Это пион, обмен фотоном. Конечно, это больше приближение все. Но диаграмма процесса пропорциональна форм-фактору матричного элемента, пардон. Процесс пропорционален форм-фактору пенизона, FP. В этой вершине, поскольку ион без спиновой частицы, стоит, если я назначу здесь импульсы P и P', то в вершине стоит P плюс P' мю. Это истребование литвисткой и калибровочной нулянкости. Такая вот вершина, и умножается на форм-фактор FP от Q в квадрате, Q это передача импульса, Q это есть P' минус P. Форм-фактор это некая функция инвариантов, инвариант можно построить только один. Вот у нас есть форм-фактор FP от Q в квадрате. В канале рассеяния, когда Q в квадрат отрицательный, форм-фактор нерелятивистый. Вы знаете, что форм-фактор описывает распределение заряда. Это хуже образ от распределения заряда. И, конечно, интересно изучить его, получать экспериментальную информацию. Как-то его вычислить теоретически, форм-фактор. До сих пор невозможно, и вряд ли будет возможно вообще, во всяком случае, в области умеренных Q квадрат, поскольку он отличается сильными взаимодействиями. Сильные взаимодействия, в настоящее время есть теория сильных взаимодействий, которая называется квантовой хромодинамикой. Да? Теория это есть, посчитать нельзя, потому что посчитать в области, когда передачи импульса невелики, до порядка ГЭВа квадратного, там даже до 10 ГЭВ квадратных. Это область сильной связи, константа связи велика, теория упущения не работает, поэтому посчитать ничего не удается, надо экспериментально получать информацию от фактора. Но, к сожалению, в канале рассеяния, в этом канале, информация экспериментальная может быть получена только убогонькая. Почему? Потому что если смотреть, что мы можем на чем рассеивать? Пионных мишеней нет, естественно, да? Поэтому что нужно? А уж тем более нет встречных пучков электрон-пионных. Пионных мишеней нет. Значит, надо рассеять. Но есть пионные пучки, в принципе, есть пионные пучки. Могут быть вторичные пучки. Они могут быть получены, когда протоны большой энергии удаляются в мишень, и оттуда могут вылетать пионы. В принципе, пионные пучки есть, но если рассеивать их на электронах, то область Q квадрат достижимых, Q квадрат в таких экспериментах она очень ограничена, потому что Q квадрат это что такое, если в системе покоя начальной частицы, да, то Q квадрат начального электрона, если, скажем, PE и P'E. Это есть Q квадрат, это есть PE минус
пишемо в квадраті, є два М, електронна маса. Умножити на М мінус, ну так я напишу, енергія Е прихована, і це під закон сохранення енергії, це є 2 М умножити на мінус 2 на Е мінус Е іона. Мінус Е іона. Ну понятно, из-за того, что здесь масса электрона, которая всего 0,5 мэва, то это даже при гневной энергии, при энергии иона нескольких мэв, это все равно это очень маленькая величина. То есть в этой экономии рассеяния информацию о форм-факторе получить практически невозможно. Но в канале аннигиляции ситуация другая, те же мы рассмотрим канал аннигиляции. И, значит, в канале аннигиляции это сечение за сигма и плюс и минус, и плюс и минус. Мы его выписывали. Оно, конечно, пропорционально форм-фактору по модулю в квадрате. Опять же, плотность приближения. Так, если Бог даст память, то я его напишу так. Альфа в квадрате, да? Дальше напишу 8s бета е, это скорость электрона в системе центра инерции, я его напишу, да? Я напишу dO. А здесь напишу единицу минус бета е, это скорость опять электрона на синус квадрат тета. Правильно? Нет, неправильно. А здесь еще будет стоять бета в пузе. Это вот бета, это скорость кинезона. Происхождение этого бета в кубе мы обсуждали. Это из-за того, что кинезон рождается в P-волне, или на 0 единица. И угловое распределение. А, правда? Что это такое, я написал? Неправильно написал. Здесь поиск ускорит тета, да? Молодец. То есть космос квадрат тета, угловое распределение. Тоже понятно, оно определяется тем, что в ультраэлектризме. Когда бета Е равно единице, ну его можно считать единицей в этом случае, потому что даже на пороге, поскольку масса пимезона это 140 мой по массе электрона, то даже на пороге скорость единица. Скорость электрона. Электрон является ультраэлектрическим, значит и радость сохраняется. И поэтому угловое распределение это просто определяется функцией y1 плюс минус 1 по уровню квадрат, который здесь минус квадрат t. Вот так. Да. И еще здесь есть пи по модулю в квадрате. Пи по модулю в квадрате. И, ну, я буду писать вот S, где S это энергетическая переменная, S теперь S равно, и здесь S равно, что такое? Это 4 эпсилон в квадрате. Эпсилон энергия начальных очков. Энергия начального электрона, которая равна, конечно, энергии начального позитрона. Да. Вот. И, значит, здесь мы можем пройти далеко по аргументу. Да, в настоящее время это уже. Здесь ограничение уже не ограничение, является светимость. Потому что это сечение падает с энергии. Оно падает с энергии вот благодаря вот этому, естественно, оно падает с энергией просто потому, что только в одной парциальной волне рождается. Только цель, на самом деле, не одной, это я немножко загнул. Но там, ну,
Только есть в отношении пионов, это, конечно, одна волна просто, потому что это единица, да? Ну, и для электронов эта ситуация другая, там есть, в принципе, может быть, ИС, волна, и Д-волна. Но, значит, факт тот, что если число потенциальных волн ограничено, то сечение должно падать с энергией. Это вы знаете из квантовой механики, да? Что вы знаете? Что сечение потенциальное ведется так, как единица на k в квадрате, да? Единица на k в квадрате. То есть единица на а. А каждый импульс, то есть сечение ведет себя как единица на квадрат энергии. Вот мы здесь это и видим. Это и видим. Значит, сечение падает просто потому, что есть одна потенциальная волна. На самом деле падение еще идет за счет форм-фактора. За счет форм-фактора. И поэтому при больших энергиях сечение становится таким маленьким, что невозможно его наблюдать. Недостаточно светимости пучков. Вот. Вот здесь легко вычислить полное сечение, конечно. Да? Полное сечение. Сечение сигма. Полно. Опять давайте его вычтем в релятивизме. Прибыто Е равно единице. И что же мы получим? Мы получим альфа квадрат делить на 3, да? И альфа квадрат на 3 s. И мы их квадрат. Сейчас их и промерено в этом в канале аннигиляции до нескольких гэп квадратных. Одним из первых результатов, полученных на встречных пучках здесь, в институте электрофизики, было изменение форм-фактора кинезона в районе Ромизона. Ромизона – это частица спина единица, как вы знаете, с теми же квантовыми числами, что и фотон. Значит, и тогда процесс идет таким образом. Ну, я напишу так вот. Е плюс, Е минус. Здесь фотон. Фотон может переходить в Ромизон. А уже Ромизон переходит и плюс, и минус. Да, вот таким образом. И понятно, что форм-фактор можно написать так, что форм-фактор вблизи и кроме зона FP от S он выглядит, ну, так скажем, берем константу, вводится константа перехода G Ро ПП, это вот здесь стоит в этой вершине, и вводится константа G Ро Гамма, да? И вот так она вот вводится таким образом, что вот в этой вершине стоит в этой вершине стоит М Ро в квадрате делить на G Ро Гамма, и стоит тогда пропагатор здесь вот этого Робинсона, который здесь ро квадрат минус s. Ну и поскольку это частица нестабильная, вот мро у нас спадает, то мы должны написать минус i мро гамма лосось. Вот такой форм-фактор. Видите, когда берем по модулю в квадрате, то здесь понятно, что ширина много меньше, чем масса, поэтому здесь происходит большое сокращение, и сечение имеет вот такой вот пик резонанса. Пик префитнеса. Пик. Сечение имеет. Вот этот пик наблюдался впервые в институте ядерной физики в году это в 67-м. В установке 2. Вот.
Да, это было первое наблюдение в эпизодах анализ аннигиляции. Ну, что еще можно сказать об этом сечении? Я повторяю, что вблизи родной зоны вот такой вид имеет, причем же, на самом деле, ЖОПП и ЖОПГАМ, они примерно равны. Поэтому здесь можно считать, что... А вот сократить просто. И по факту имеет такой вид. Ну, вообще говоря, есть несколько векторных мизонов, и можно написать вот так, такому мне сумму во всем векторным мизонам, которые распадаются там, могут распадаться и плюс, и минус. И здесь. Что еще можно сказать? Вблизи, как можно написать сечение, сечение вблизи резонанса? Полное сечение вблизи резонанса. Как его можно написать еще? Его можно написать вот в таком виде. Сигма полная. Полезная маленькую формула, она будет выглядеть вот так. Это есть 12π, полное сечение, 12π, гамма-ро, вблизи резонанса, да, вообще, вблизи любого векторного резонанса, гамма-в, это полная ширина, а это гамма-в, где плюс и минус, делённая на... что бы написать? Здесь. Напишем так. 2 эпсилон минус... Да? Так. Да. Делить на S. А здесь... 2 эпсилон. Ладно, напишу. Лучше напишу вот так. Напишу так. S минус mv в квадрате. Все в квадрате. Плюс mv в квадрате. Гамма v в квадрате. Вот в таком виде напишу. Хорошо это будет? Да. Пожалуй, хорошо. Вот так. В таком виде можно написать. Ну как трактовать эту формулу? Вот смотрите. Здесь, на самом деле, матричный элемент у нас представляется... Вот, матричный элемент определяется вот этой диаграммой. В этой диаграмме эта часть определяет... Здесь стоит полная ширина, да? Полная ширина. Ну, полная ширина, знаменательно стоит полная ширина. Векторного мизона. И здесь вот она стоит. Это просто пропагатор. Квадрат пропагатора. Вот этого, который здесь нарисован. А дальше эта вершина определяет распад. Ну, на самом деле, если мы рассматриваем распад конечное состояние не произвольное, не любое, а скажем, пи плюс пи минус. Вот тогда надо здесь написать гамму В на пи плюс пи минус. Пи плюс пи минус. А здесь гамма вена и плюс и минус. Откуда берутся эти ширины? Одна ширина берется от верхней части диаграммы, вторая от нижней части. Вот и все, что здесь нарисовано. Коэффициент как определить? Коэффициент определить... Как определить коэффициент? А коэффициент определить таким образом. Вы знаете, что сечение... сечение из кванта уникально. Знаете, что максимальное сечение это есть 4π делить на k в квадрате. Да? 4π делить на k в квадрате. Вот что такое здесь 12π? Это есть 3 умножить на 4π. Да? Теперь, если вы посмотрите, если есть только один канал распада где-то там, ну, у какой-то частицы, один канал распада, то есть это ширина
есть гамма, совпадает с этой шириной, и эта ширина распадает с этой шириной, то что вы получите? 4 пи делить на га в квадрате, да? И на тройку еще умноженное. За счет чего взялась тройка? За счет чего? Того, что вот формула 4 пи делить на га в квадрате, это для S-волны. Да? А вообще говоря, нужно взять еще число состояния. Да? Число состояния, число проекции. На самом деле, должно два жир плюс единицы здесь стоит. Да? Где жир – это спин промежуточной частицы. Или спин промежуточной частицы. Да. Вот здесь в данном случае спин промежуточной частицы – это 3. Вот поэтому такая формула имеет место здесь. Значит, эта формула, она полезная формула, вы ее, пожалуйста, где-нибудь у себя зафиксируйте. Мы часто к ней будем возвращаться. Вот это, что касается кинезона. Дальше, вот такой процесс вращения на кинезоне. Дальше, а если мы пойдем теперь дальше, мы должны... Ну, рассмотреть какой? Процесс рождения электрона на мюоне, например, и в кросс-канале процесс, значит, Е плюс Е минус, Е плюс Е минус. Полное сечение процесса Е плюс Е минус, Е плюс Е минус, это некое стандартное сечение, которое... в котором все измеряется, например, характерной величиной для величина сечения аннигиляции плюс и минус водрона, она выражается через, она говорит, представляется в виде отношения сечения к сечению плюс и минус, плюс и минус. И это отношение называется буквой, обозначается буквой R и повсюду фигурирует. То есть сечение плюс и минус, плюс минус, это некое стандартное сечение, через которое все выражается. Мы его получим. Но вместо того, чтобы рассматривать Е плюс и минус, вернее, с чего будем стартовать? Можно было бы стартовать так же, как для взаимодействие с пионом вот с этого с канала рассеяния и рассматривает это сечение рассеяния электрона на мионе или миона на электроне. Но давайте мы сразу, чтобы не сразу быка за рога, возьмем и рассмотрим сечение рассеяния электрона на нуклоне, которое более интересное, конечно, сечение рассеяния электрона на уклоне. И с этим сечением сейчас связан интересный дискрепанс, который мы и обсудим. Так вот, чем отличаются сечение рассеяния электрона на нуклоне, на протоне для определенности, от сечения рассеяния на пионе? Ну, эта вершина та же самая, да? Пропагатор тот же самый. Вот это только вершина другая. А какая? Вот здесь у нас была вершина, вот такая была вершина, да? Так, вот что мы сопоставляли вершины для случая рассеяния на пионе. А в случае рассеяния на протоне, что мы должны написать? Мы должны написать... Пусть здесь. Теперь у нас есть спиновые волновые функции. И, конечно, этим состоянием, начальному, конечному и начальному, мы сопоставляем спиновые волновые функции, сопряженную пусть чертой от P', да? И начальная волновая функция прямая от P. Да? А здесь стоит какое-то выражение, которое зависит от гамма-матриц. И вот импульсов P и P'. Каким условием
должно удовлетворять, каким требованиям должно удовлетворять это выражение. Оно все вместе, вот все должно нам давать во вкладках. Это выражение должно давать нам вектор лоренцовский и припорочный инвариантный вектор, то есть он должен зануляться при умножении на q. В случае, что еще у нас есть? У нас есть еще некий опорный пункт. У нас, мы знаем, что стоит в случае электрона. Если бы здесь был электрон, то он был бы стоял просто гамма-ню. Мы ставим, да? Гамма-ню. Я множитель там минус и е заряд выделил. И смотрю, не пишу его. Вот в случае электрона стояло бы вот такое выражение. Ну, а здесь понятно, что здесь тоже должен быть форм-фактор. Его обозначает буквой F от Q в квадрате. Этот форм-фактор описывает структуру нуклона. Но есть еще одна, если мы посмотрим, что нам нужно? Опять же, во-первых, нам нужно, чтобы был четырехмерный вектор. Вот гамма-мю четырехмерный вектор. Ну, мы, например, можем еще написать гамма-мю гамма-5. И это тоже будет четырехмерный вектор, да? Структуру такую. Гамма-мю гамма-5. Тоже будет четырехмерный вектор. Но не подходит. Так, гамма-мю гамма-5. Почему? Потому что гамма-мю и гамма-мю гамма-5, они по-разному преобразуются при отражении, да? Гамма-мю дает нам вектор, гамма-мю гамма-5 псевдовектор, да? Не подходит. Ну, на самом деле, не подходит еще и по C. И соображение C инвариантности, ну и он уже и соображение P инвариантности исключается. На самом деле, оказывается, что возможно только еще одна, только одна еще структура, которую можно написать так. Так можно написать. Минус гамма мю. А здесь P'. Вот напишу гамма мю на Q. Коммутатор. Гамма мю на Q. Коммутатор на G. Под Q в квадрате. Вот такой вот. И делить на 2m. Куша шляпа здесь. А здесь делить на 2m. Где m — это масса нуклона, масса протона. Вот такое выражение. Оказывается, что это самое общее выражение, которое удовлетворяет Лоренц инвариантности, калибровочной инвариантности и сохраняет четкость. То есть раз оба члена имеют одинаковую четкость. Вот все. Такое вот выражение. Это общее выражение для вершины взаимодействия фотона с протоном, с учетом, значит, структуры. Надо сказать следующее, что на самом деле, когда мы рассматриваем взаимодействие фотона с электроном, то мы пишем, значит, по правилам Фейерна вот такую вершину. Да? Но эта вершина в первом неисчезающем приближении, в бордовском приближении. На самом деле, когда мы будем считать радиационные поправки, то есть более члены теории возмущений высших порядков, то у нас возникнут вот такие вот диаграммы. Вот такие вот диаграммы, например, возникнут. Здесь фотончик будет, да? Будут такие диаграммы? Конечно, будут. И они будут диаграммы более высоких порядков. Но уже эта диаграмма даст нам на виду, даст нам как такой член, так и такой член. Другое дело, что F и G, они будут, F будет, первый член F будет единица, следующий член порядка альфа, он маленький. А G будет сразу начинаться с альфа. Поэтому для электрона мы, значит, в первом приближении пренебрегаем структурой. Она есть у электрона, структура тоже, но она такая эта структура при
альфа, стремящимся к нулю, можно считать частицу, электрон можно считать точечным, поэтому, значит, структура дает вклады только в высших порядках по альфа, и ими часто, обычно пренебрегают этими членами. А для протона нельзя этого сделать, вот структура так, точно так же, как для фермиона. Структура, значит, она важна, никакой малости не содержится, скажем, G не содержит никакой малости, в отличие от электрона. Ну вот, поэтому с самого начала надо писать оба члена. Оба члена. И, значит, тогда процесс матричного ветвоссеяния входит вот все это выражение. Мы теперь должны, значит, в матричном элементе это выражение сворачивается с усчертой от ПЕ штрих на гамма ню на ПЕ, а потом, когда начинаем квадрировать, то надо квадрат матричного элемента вычислять, то, значит, надо вычислять токовый тензор для электрона и токовый тензор для протона. Это, в общем, довольно таким. Сами понимаете, что здесь, ну, скажем, для электрона мы должны вычислять там 1/2, это усреднение за счет поляризации, а здесь стоит шпур такого выражения, как, о котором мы уже говорили, гамма мю, а здесь стоит b, e плюс m, гамма мю, а p, это уже после усреднения и суммирования по поляризации, p, e штрих плюс m, да? Ну, мы говорили, вот такой токовый тензор возникает для электрона, от электронной вершины, от квадрированной электронной вершины. Ну, он вычисляется простенько, мы его получали, это выражение, да, помните, мы получали, что это есть, как, чему это есть, чему это равно? P, E плюс P штрих E мю, да, P, E плюс P штрих E мю, да? И плюс что? Плюс жемилю, ню-ню, ку квадрат, минус ку-ню-ку-ню. Такое вот простенькое выражение. А для протона, конечно, будет посложнее. И вычислять посложнее, поскольку матриц больше. Ну вот, оказывается, можно вычислять по-другому. По-другому можно вычислять. Не обязательно к шпурам все сводить. Да? К шпурам все сводить. Не обязательно. А можно вычислять так. Вот это у нас, обзовем это выражение так, женю. Женю. Вот это выражение обзовем. И что нам нужно вычислить? Нам нужно вычислить сумму по поляризациям. Здесь G ню и G крест ню. Ну, вот такое выражение, собственно, да? Вот нужно свести к шпуру вот к такому. Да? Так, не к такому, конечно, а к аналогичному шпуру свести. А можно делать по-другому, можно вычислять. Просто эти вот G для определенных поляризаций. Да? Для определенных поляризаций. И оказывается, это даже проще бывает. Ежели правда мы угадаем. Угадаем. Хорошо подберем поляризационное состояние, по которому, понимаете, нам нужно вычислять сумму по поляризации. Да, сумму. Вычислять можно выбрать какой-то базис и суммировать по всем компонентам этого базиса. Так вот, от выбора базиса, конечно, все сильно зависит. Вот, если можно угадать такой хороший базис, в котором это дадут вклад только несколько
ну скажем, какие-то переходы из аннуляции, мы получим довольно простое выражение. Оказывается, здесь так оно и произойдет. Можно выбрать такой базис, где вычисления сильно упростятся. И вот это вам надо иметь в виду, что не обязательно сводить к шпурам вычисления, а можно вычислять просто в каком-то базисе, вычислять вот эти жену, да? А потом уже проводить суммирование по поляризации. Матричные элементы вычислять. И квадрированные матричные элементы. Шпур – это уже получается после того, как мы матричный элемент квадрировали и просуммировали по поляризации. Ну, даже не просуммировали, то есть здесь стоит еще единица минус гамма 5С. Или гамма 5А со шляпами Я – это вектор поляризации четырехмерный, да? Если просуммировали по поляризации, то зависимость от поляризации выпадает. А матричный элемент мы можем вычислять при фиксированных поляризациях, мы можем вычислять просто матричный элемент сам, не квадрированный. И это бывает иногда проще. И вот в данном случае тоже оказывается, что можно так выбрать поляризацию, что вычисления упростятся. Более того, вот оказывается, что если мы вычислим сечение, то сечение, оказывается, зависит от сечения. Давайте я тут выпишу просто сечение. D сигма. Так, ЕП. Е'П. Вот я его выпишу. Оно содержит, как его обычно представляют, его представляют вот так. Представляют в таком виде. Д сигма. Это есть. Вот так. Как бы это писать? А вот так. Единица делить на эпсилон. На единицу плюс тау. Вводится лично тау. Которая тау равно у квадрата на 4m квадрат. М это масса протона. Масса электрона здесь мы пренебрежем для простоты. Масса электрона. Что это такое? То же самое, что бумаги. А здесь большой у, да? А что такое у квадрат? У большой в квадрате. Это есть минус у в квадрате. Ну так обычно вводят. Это вот. Давайте привыкайте, это стандартное обозначение. Когда мы в канале России находимся, то у квадрат отрицательный, да? Ну, чтобы работать с положительными величинами, вот вводит такой большой у в квадрате, я повторяю, это стандартный переход, стандартное обозначение. Ну, а дальше еще взяли его обезразмерие, да? Взяли его обезразмерие. Так вот здесь стоит эпсилон. Эпсилон величина. Это немножко такая посложнее величина, которую я напишу потом. А здесь стоит тау. Gm в квадрате. Плюс эпсилон. Ge в квадрате. Так вот. А здесь я напишу d сигма, так называемая Моттовская. Это Моттовское сечение называется. Моттовское сечение – это сечение рассеяния электрона на беспиновой частице. Вот здесь вся зависимость от форм-факторов, она выделена. Да? Ну, правда, я еще эпсилон не написал. Эпсилон, оказывается, это такая величина, которая... В общем, ее можно выразить через инварианты, между прочим. Можно через инварианты выразить. Как же она выражается через инварианты? Вот она как выражается. Это есть S минус U в квадрате. Да? Минус T. От T минус 4 в квадрат. Деленное на S минус U в квадрате. Плюс t на t минус 4 в квадрате. И она же выражается через
через величины. Так, это я сотру. А там вот сколько сил сливается? Нет. Вот я спинусу в квадрате. Я спинусу в квадрате минус t на t минус 4m в квадрате. Я спинусу в квадрате плюс t на t минус 4m в квадрате. Да, она выражается через величины в системе покоя протона, в системе покоя протона, она выражается вот таким образом. Значит, единица плюс 2 на единицу кристаллу, да, на тангенс, тангенс, тангенс квадратик это пополам. Где понятно, что тау, это вы знаете, что такое, да? Определено уже, а тетта это угол рассеяния. Угол рассеяния чего? Естественно, электрона, угол рассеяния в системе покоя протона начать. Вот что такое, что такое величина эпсилон. Так, ну, вот что здесь интересно? Я пока для Сигмундовской не написал, напишу еще потом. А что здесь интересно? Интересно здесь то, что здесь стоят же и же факторы другие, чем те, которые здесь написаны, да? Но я напишу их выражение, конечно. Как? Конечно же, F и G выражаются через F и G. Как они выражаются? Они называются эти форм-факторы. Электрический форм-фактор, это магнитный форм-фактор. Значит, GM это есть F плюс G, F плюс G, а GE это равно F минус минус. Так, GE равно F минус tau G. Вот что такое. Минус tau G. Да. Ну, правда, иногда F и G вместо F и G используют буквы F1 и F2. Кстати, у меня в лекциях тоже находили F2 вместо F и G. Книжки Берестецкого и Люшинского F и G пишут. Неважно, как говорится, хоть горшком обзови, только в печку не стань. Вот, вот такие. Ну, что интересно-то я говорю? Что на самом деле, казалось бы, должны входить, когда вычисляем квадрат, у нас должен быть входит, мы будем вычислять квадрат, будет входить f квадрат, g в квадрате и перекрестный член, f на g, да? Конечно, будет входить. Конечно, если выразим через, здесь выразим через, опять же, GM и GE выразим через F и G, то, конечно, перекрестный член появится, да? А вот, будучи выраженным через GM и GE, у нас мы видим, что есть только квадратный форм-фактор. Квадратный форм-фактор. Нет перекрестных членов. Вот чем эти форм-факторы замечательны. GM и GE электрически важны. Ну, что это на самом деле говорит? На что это указывает? Это указывает на то, что есть такие спиновые состояния, переходы между которыми определяются либо только GE, либо только GM. И оказывается, эти спиновые состояния, вот если мы возьмем в системе, в брейтонской системе, что такое брейтонская система? Это система для протона, брейтонская система. Это система, где импульс конечного протона, трехмерный импульс, он противоположен импульсу начального протона. Ну, всегда можно такую систему выбрать. Так вот, в брейтонской системе, я не возьму, оказывается, в брейтонской системе у нас переход между состояниями одинаковой спиральности для протона, он определяется только форм-фактором
только пропорционален ЖМ. А между разными спиральностями пропорционален ЖЕ. И вот это и показывает, что проще вычислить просто матричный элемент ЖМ, матричный элемент ЖМ, вычислить в этой системе. Вот для выброса таким образом спиральности. Состояние поляризационное выбор таким образом. Что, значит, вычислять проще. Просто вычислить вот эти матричные элементы в системе, вот эти просто жилье вычислить, матричные элементы, вот эти вот вычислить, между в системе, где в брейтовской системе для протона, и выбрав поляризационное состояние, просто спиральное состояние для протона. Да? И тогда вычисление упрощается, вывод. Просто можно получить такую формулу. Сигмомонтовская, правда, не написал. Ну что такое сигмомонтовская? Что такое сигмомонтовская? Да. Сигмомонтовская. Это, значит, на самом деле, я уже говорил, это сечение для сечения раскрытия электроны на бесспинную частицу, это на самом деле на биоиде то же самое, что мы получали. Я его не напишу еще в системе, выпишу явный вид в системе покоя протона. И выглядит оно вот таким образом, что десигмомортовская ПДО это есть вот что такое, такая простая величина. Альфа в квадрате. Косинус в квадрате. Косинус в квадрате тетра пополам. Делённо. Конечно, масса электрона я перемещаю. Делить на 4. Эпсилон в квадрате. О, Е в квадрате. Пардон, эпсилон у меня уже забито. Да? Поэтому я пишу Е. Е – это энергия начального электрона. Е в квадрате. На синус четвертый центр пополам. Ну понятно, что это вот от квадрата передачи получается, да? Значит, а здесь, кстати, Е штрих делить на Е. Это получается от фазового объема. Вот Е штрих от фазового объема получается, естественно. А косинус квадрат это ну, как мы уже говорили, сечение должно зануляться, поскольку это мондовское сечение, да? Вот сечение растет на бесспинную частицу. Сечение должно зануляться при дельта равном пи, да? И закон сохранения спиральности. Вот так это вот простенькое сечение, такое вот и выражение получается. У нас, ну еще Е' можно написать, Е', вот это, Е', может через угол, вообще-то, если мы все выражаем через угол, то Е' тоже через угол. Ну, я напишу так, что вот это отношение, это есть, оно равно вот чему, это есть единица, делить на единица плюс Е. М, масса протона, да? На единице мы, ну, напишу, на единице минус косинус тетта. Косинус тетта. Ладно, сожмусь. Равно единице делить на единице плюс ЕМ. А здесь стоит единица минус косинус тетта. Или синус квадрат, или 2 синус квадрат это пополам. Все равно, да? Вот такое выражение. Да. Ага. Ну вот. Значит. Сечение. Измеряя сечение этого процесса, мы можем измерить. В принципе, мы можем измерить и ЖЕ, и ЖМ. Да? И ЖЕ, и ЖЛ. Потому что с
скажем, эта функция только отдал от передачи импульса, да? А здесь у нас есть две зависимости, отдал и от угла, да? Вот будем, если измерять, значит, ну, поскольку мы можем менять и угол, и передачу, то мы можем измерять по отдельности и жилье, и жилье. И интересной вещью является отношение жилье к жилье. Отношение жилье к жилье является интересной вещью, и она вот в связи с этим, с этой вещью недавно, ну, было обнаружено некое противоречие, которое до сих пор, можно сказать, не разрешено, противоречие. Что, в чем оно состоит? Вот раньше, еще со времен, я не знаю, с 50-х годов, значит, со времен Розенблюта, это сечение называется Розенблютовским, вот это сечение называется Розенблютовским, он его первый написал. Наверное, он первый написал это сечение. Вот. И он же предложил метод разделения, метод измерения ЖЕ к ЖЭ. Да? Метод измерения отношения ЖЕ к ЖЭ. Да? Что это за метод? Ну вот если меряем префиксированным тау как зависимость от эпсилон, то тогда, значит, это есть сечение. То видим, что это есть некое редуцированное сечение. Вот это вот. Ну, все это можно выбрать. Так, обзовем вот эту величину редуцированным сечением. Да? И ее будем измерять при фиксированном тау в зависимости от эпсилона. Ясно, что это кривая, прямая, да? Зависимость от эпсилона, прямая. Причем при эпсилоне равном нулю, это есть, она определяет жем, а там лицо угла наклона определяет отношение же и жем, правильно? Вот это Розенблютовский метод измерения форм-факторов. И долгое время этим методом только и пользовались, и измеряли отношение же и жем. Мы будем говорить об отношении же и жем. Что касается абсолютной величины же этих вот факторов, то об абсолютной величине что можно сказать? Можно сказать, что мы будем говорить о жем. Жем, конечно, это падает с передачи импульса, да? Падает с передачи импульса. Ну, как для любой такой связанной, это же система, некая связанная система, да? Протон. Как мы представляем себя протон сейчас? Это есть состояние, ну, грубо говоря, из трех кварков, да? Такая система, состоящая из трех кварков. Ясно, что для любой системы зарядов форм-фактор при борьбе передачи импульса, он падает. Грубо говоря, как мы можем представлять себе процесс? Вот если здесь фотон большой энергии, ну не большой энергии, большой ему квадрат. Большой квадрат. Этот фотон ударяет протон, да? ударяет протон. Ну, ясно, что он как-то при больших квадрат, он вообще чувствует отдельное составляющее. Ударяет составляющее. Составляющее полетело куда-то, от других отщепилось. И нужно вероятность того, чтобы опять они собрались в то же самое состояние, конечно, она будет тем меньше, чем больше будет q квадрат. Поэтому абсолютно ясно, что
падает форм-фактор. И другое дело, степень падения форм-фактора. Ну, степень падения. Он падает точно так же, как форм-фактор пенисона падает. То есть, пардон, он падает, но степень падения на самом деле разная. И, в общем-то, это связано с тем, что у пенисона только две составляющих, у протона три составляющих, так, грубо говоря. Поэтому форм-фактор пенисона падает как... формулу, к сожалению, ну, по векторной линейности он падает как единица на q в квадрате. Да? При больших передачах импульса форм-фактор падает как единица на квадрат передачи импульса для пенисона. А для протона он падает как четвертая степень, как q в четвертой при больших q. Ну, это называется еще дипольной моделью для форм-фактора протона. Вот он падает, как при больших передачах, он падает, конечно. И это на эксперименте, это совпадает вот с предсказанием, вот такие качественные предсказания о степени его падения, они подтверждаются экспериментом. А вот что касается отношения Жене к Же, считалось раньше, и вроде бы эксперименты свидетельствуют о том, что Же к Же это константа, отношение Же к Же, ну, не зависит от q квадрат. Не зависит от q квадрат. Но потом было, так сколько же это лет назад? Это уже почти 10 лет назад. Чуть поменьше, может быть. Было обнаружено, были проделаны другое измерение GFGF. Другое измерение GFGF. Был использован другой способ для измерения GFGF. Что это за способ? Понятно, что если мы сечение для неполяризованных частиц, то вот это сечение. И другого способа, кроме Розенблатовского, и нет. На самом деле, можно же измерять и сечение с поляризованными частицами. И вот на этом был, на таких измерениях основан другой способ получения отношения Же к Же. Оказывается, в общем, это, может быть, вы посчитаете на семинарах, то если мы рассмотрим рассеяние поляризованных электронов. Пучки поляризованных электронов нетрудно получить. Продольно поляризованных электронов. Значит, электроны с продольной поляризацией рассеиваются на неполяризованной мишени и измеряется степень поляризации конечных протонов. Так вот, оказывается, что протоны, понятно, что если начальные электроны поляризованы, то даже в том случае, если начальные протоны не поляризованы, конечные протоны могут обладать поляризацией. Это нетрудно получить. И оказывается, что степень поляризации разная. Вот если мы будем измерять степень поляризации протонов перпендикулярную к плоскости рассеяния и лежащую в плоскости рассеяния, то отношение этих степень поляризации перпендикулярной плоскости рассеяния, она оказывается пропорциональна Же, а степень поляризации продольной плоскости рассеяния, лежащей в плоскости рассеяния, она оказывается пропорционально Же. И отношение этой поляризации, P перпендикулярное к P параллельное, оказывается равно минус 2 Же делить на Же. А здесь стоит M, деленное на E плюс E'. И здесь стоит тангенс, нет, катангенс. А там где-то пополам.
Вот такая степень поляризации, отношение степени поляризации перпендикулярной плоскости и лежащей плоскости растения. И вот, видите, оно, это отношение просто же GFGF, просто, сразу же, о, конечно, пропорционально там, оно зависит от угла и от энергии, но, которые, правда, связаны. Е' выражается через Е, вот, с помощью формулы. Ну, не важно, важно то, что просто пропорционально отношение GFGF, прямую, изменяется GFGF. И вот он проделал эксперимент в Джефферсонской лаборатории в Соединенных Штатах. Да, был проделан такой эксперимент, и было обнаружено, что падает отношение с кукватором, ЖМ падает с кукватором, падает. И довольно-таки падает так, что скоро в ноль уткнется. Ну, пока еще не уткнулось, еще не дошли до таких квадратов. Ну так, если экстраполировать результаты эксперимента, то ЖМ будет в ноль, через ноль проходить. Да. И какие-то результаты противоречат измерениям вот по Розенблю. Розенблю совершенно находится в таком противоречии, в очевидном, явном противоречии. В чем же причина? Причина до сих пор не ясна причина, тоже некая проблема, и нет единого мнения. Ни у экспериментаторов, ни у теоретиков по этому поводу. И вот, ну вот одна из возможных причин, одной из возможных причин является следующая. Значит, вот эти формулы, и та формула, и эта формула, они получены в Борновском приближении, да? В Борновском приближении, в первом неисчезающем приближении теории возмущения. Но если рассматривать поправки, следующие поправки, ну скажем, если вот такие диаграммы есть, правильно? Есть такие диаграммы, есть. Ну, правда, есть вот такие диаграммы, конечно, вот такие диаграммы. Ну, что касается вот таких диаграмм, то их вклад можно посчитать, в общем, это нетрудно сделать, и, в общем, не видно, чтобы они не могут этот дискрепанс объяснить. Но вот есть вот такие диаграммы. И диаграммы, когда фотончики пересекаются, в общем, я буду так говорить. Ну, буду говорить, что двухфотонные диаграммы. Посчитать их нельзя посчитать эти диаграммы, понимаете? Причем. Когда я рисую вот эту диаграмму, видите, я здесь рисовал блямбу, да? Почему? Зачем я рисовал эту блямбу? Потому что я не знаю, на самом деле, вершину, да? Не знаю вершину, и ее беру, параметризую вот этими двумя фотофакторами. А здесь, если у меня фотонный обмен, то на самом деле я блямбу-то должен вот так рисовать, потому что я не знаю все, ничего здесь, да? И вместо двух фотофакторов у меня возникнет 8 форфакторов, да? Ну, правда, можно их там... Ну, не важно. Важно, что уже не описывается двумя форфакторами эта диаграмма, вклад этой диаграммы, да? Нарушается. Эта формула, очевидно, нарушается. Но так, в общем, довольно-таки понятно, что вклад... что нарушение вот этой формулы, оно более существенно. Почему более существенно? Потому что оно более существенно при больших передачах импульса, при больших квадрат. Потому что посмотрим, а что такое у нас эпсилон-то, да? Да? На самом деле это эпсилон.
Значит, здесь, вот здесь стоит тангенс квадрат тета пополам, да? И, значит, тета, вот измерение при больших передачах импульса, измерение проводится только при малых эпсилонах. Только при малых эпсилонах. И поэтому вклад ЖЕ оказывается, вклад ЖЕ в это сечение, он просто оказывается маленьким. Вот здесь стоит большой тау, да? А есть эпсилон, которое там, оно, так, а что я здесь делал? А здесь я не написал минус первый. Вот так вот, да? Правильно? Не написал я минус первый? Не написал я минус первый. Ну, даже это может быть не так важно. Главное, это, что эпсилон, оно всегда меньше, минус первый я не написал, но эпсилон меньше единицы. А там может быть большим. Поэтому вклад этого члена маленький. Становится при больших у квадрата. И радиационные поправки, хотя они модальные, а радиационные поправки, они содержат, так грубо говоря, альфа, да? Но при больших квадратах, при больших передачах они могут быть велики. Вклад их, ну то есть, если тау велико, эпсилон меньше единицы, ну, ясно, что извлечение отношения ЖЕ к ЖМ уже становится ненадежным. А здесь это извлечение более надежное. Значит, вот одна из идей таких, одна из идей, как разрешить вот эту дискрепанцию измерений ЖЕ-ФМ двумя методами, померили двумя методами и получили противоречие. Чем объяснить это противоречие? Одна из идей вот радиационными поправками объяснить. Вот такими радиационными поправками. И для того, чтобы такие вклад вот таких радиационных поправок изучить как-то, в нашем институте был проведен эксперимент. Кем он был проведен эксперимент? Эксперимент был проведен по группой Топоркова и Николенко, Шерев Митрофанович, Топорков, там, может быть, когда-то его курировал этот эксперимент. Эксперимент был так целенаправленно изучение вот вклада вот таких диаграмм в сечение плюс и минус электронно-протонного рассеяния. А как извлечь именно вклад вот этих диаграмм? Я же говорил, что уже поправки, есть поправки всякого рода поправки. Чем эти поправки выделены? Они выделены тем, что они меняют знак при замене заряда либо этой частицы, при измерении знака заряда либо этой частицы, либо этой. Ведь на самом деле мы должны измерять интерференцию этой диаграммы с однофотонной диаграммой, да? И они имеют однофотонную диаграмму здесь, С-четность в этом канале, в Т-канале, С-четность отрицательная, у фотона отрицательная С-четность, а двухфотонная, у них положительная С-четность. Поэтому интерференция диаграммы, да, она меняет знак при изменении знака либо протона, либо электрона. Так вот, меряют разность сечений рассеяния электрона на протоне и позитрона на протоне. И эта разность, оно напрямую связано просто пропорционально вкладу этих диаграмм. Да? Вкладу этих диаграмм. И вот, значит, в нашем эксперименте, такой эксперимент, в нашем институте, пардон, такой эксперимент был проведен. Да. И правда, не так еще окончательно не публикован. Можете поинтересоваться, каковы же будут результаты. Ну вот, так, это что касается сечения электрон-протонного рассеяния, связанных с ним проблем. Это довольно интересные проблемы. А теперь давайте перейдем опять же в другой канал. Да? Какой? Перейдем. Да? Можно спросить?
уже видно, что это может равняться на нулю, в принципе. То есть это не физическая область происходит, потому что вот вот написано. Почему? Нет, эпсилон, что это? Вот оно эпсилон. Почему? Как же оно может равняться на нулю? Эпсилон не может равняться на нулю. Ну вот из первой формулы видно. Вот это? Ну вот из второй формулы не может, да. Да, правильно. А вот из первой почему-то это видно, что может. На самом деле смысл этого эпсилона, можно так даже сказать, что это отношение, это связано с отношением с поляризацией виртуального фотона. Это лично эпсилон связано с поляризацией виртуального фотона. Ну или можно так, по-другому можно сказать. Мы же говорили, что вот это вклад, вклад переходов с сохранением спиральности, да, вот в брейтовской системе, да, вклад переходов с сохранением спиральности протона, а это вклад переходов с изменением спиральности. Ну понятно, что знак эпсилон, понимаете, если мы выберем определенные переходы, то этого члена не будет. Будет только этот член, поэтому ясно, что он положительный. Эпсилон не может быть равно нулю. А? Нет, к нулю оно может стремиться, да? Но отрицательно никак не может. Вот так. Значит, ну это просто связано с кинематическими ограничениями. Ведь я здесь вот фигурирует S, которая есть суммарная энергия, T это передача импульса, вот это между от электрона к электрону, а U это передача, квадрат передачи импульса от электрона сюда, да? Я уже вводил на прошлой лекции эти мандельштамовские переменные СТУ, и значит, считаю, что вы их все знаете. Дальше. Теперь, к чему мы, что мы еще должны рассмотреть? Рассмотреть еще кросс-канал, конечно, мы должны рассмотреть, да? Кросс-канал. И в кросс-канале, сечение рассеяния в кросс-канале. Да? Ну и, конечно, вот эта вот величина, она будет вот эта величина, да? Она останется, да и только, и эта величина, и вся вот эта вот величина останется, да? Теперь, давайте, значит, напишем переход, это мы не будем. Что теперь у нас? Какое же будет сечение? Сечение будет d сигма, а здесь где плюс и минус переходит в этой чертой. Это сечение. Оно тоже для нас интересно, да? Для вас интересно, поскольку это сечение, оно напрямую измеряется в где? На V2000 измеряется течение. Вблизи порога, правда, измеряется. Вблизи порога. Но появление фон-факторов вблизи порога, вот этих фон-факторов, оно тоже очень интересно. Появление фон-факторов вблизи порога. Потому что там, вы знаете даже, что вблизи порога у нас даже если говорить вот про это сечение, да, то вблизи порога рождения, вы знаете, что бензоны, даже их взаимодействие, электромагнитное взаимодействие, мы говорили, что вот форфактор этот, он, это форфактор, описывающий сильное взаимодействие, да, это так, причина форфактора – это сильное взаимодействие, да? Но даже если рассматривать только электромагнитное взаимодействие, то все равно пороговое поведение там и меняется. Скажем, будем рассматривать, вот, пусть у нас только электромагнитное взаимодействие, нет этого форфактора, да? Все равно пороговое поведение меняется. Из-за чего? Из-за кулоновского взаимодействия, потому что кулоновское взаимодействие на пороге теория возмущений неприменима. Да? Что
является условием применимости теории возмущения в кулоновском взаимодействии? Какое условие? Когда можно рассматривать кулоновское взаимодействие по теории возмущения? Ну, это вы в квантовой механике. Е квадрат на ШВ? Да. Оно должно быть. Да. Понятно. Каким оно должно? В должно быть достаточно большим. Ну да, но С должно быть порядка. Да, да, да. Ну а когда Е квадрат на ШВ, ну у нас H единиц, Е квадрат на В становится порядка единицы, то все уже. Или альфа на В. Альфа на В порядка единицы. То все это применимо уже в теории возмущения кулоновского взаимодействия. И поведение меняется, как вы знаете, опять же, из нейтрической квантовой механики известно, что меняется поведение. Никакого бета в кубе не будет на пороге. Да? На пороге не будет бета в кубе. А будет просто одно бета из-за... Даже одного бета не будет. Просто константа. Сечение выйдет на константу. Течение времени до константа. Поэтому пороговое поведение, оно, конечно, интересно. Я повторяю, даже с точки зрения кулоновского взаимодействия. Да более того, под порогом могут быть связаны состояния. Под порогом могут быть связаны состояния. Скажем, будем рассматривать не аннигиляцию в π плюс π минус, а аннигиляцию в μ плюс π минус. Могут быть связаны состояния μ плюс μ минус пары. Да? Ну, аналоги позитрония. Да? Аналоги связанных состояний электронов полиядра. Да? Аналоги такие. Могут быть связаны состояния. Поэтому пороговое поведение, я повторяю, оно очень интересно, и оно наблюдается, оно изучается сейчас на WP2000. Надо сказать, что вот эта формула, она, конечно, описывает, как рассеяние, я уже говорил эту формулу, рассеяние на нуклоне. Потому что рассеяние, мы говорили о рассеянии на протоне, а рассеяние на нейтроне. То же самое будет, то же самое формулой будет описываться. Эта же формула только определяется тем, что есть рассеяние идет на частицы со спином 1 и 2, со спином 1 и 2, и есть релятивистская инвариантность и калибровочная инвариантность и сохранение четности. Все. Только это заложено в эту формулу. Поэтому эта формула справедлива тоже для рассеяния на нейтроне. И для рассеяния на нейтроне, но только форм-факторы будут другие. Скажем, для рассеяния на протоне этот форм-фактор в нуле должен быть единицей, при q квадрат равном нулю должен быть единицей. А этот, значит, магнитный момент должен быть равен аномальному магнитному моменту. Да? А для рассеяния на протоне этот форм-фактор в нуле, на нейтроне, пардон, этот форм-фактор в нуле, чему должен быть равен? Нулю, потому что форм-фактор в нуле это полный заряд. Этот форм-фактор при q квадрат равном нулю должен быть равен нулю, а этот при q квадрат равном нулю, это опять же магнитный момент нейтрона только, да? Ну, то есть эта формула для нейтрона тоже годится. И, конечно, она годится и для кросс-канале. Формула импульсивных штуков, протон-антипротон или нейтрон-антинейтрон, она той же самой формулой описывается. И, конечно, это будет, я даже переписывать не буду. Ну ладно, перепишу, что это будет опять тау. А здесь стоит gm по модулю в квадрате плюс эпсилон ge по модулю в квадрате. Вот это в чем разница. А? Здесь, значит это я могу просто оставить тем же самым. Или на эпсилон, на единице плюс тау. Да? На единице плюс тау. Только вот эту формулу,
меня изменится. Это формула для сигма, вот так сказать. Здесь только тау. Что такое будет тау? Здесь у нас тау будет... ладно, я сотру это. Что такое спин будет тау? Тау это будет... Что у нас было тау? Ку квадрат. А здесь это будет... Ку квадрат уже играет роль S. Да? Тау. Ну ладно, я напишу 4 эпсилон в квадрате делить на n в квадрате, да? Вместо q квадрата. Это было, раньше это была передача минуса, да, q квадрат. А теперь перешли в этот канал, это полная энергия. Да, квадрат, полная энергия. Эпсилон 4 эпсилон в квадрате на n в квадрат, да? Эпсилон там уже дали. Да. Е. Ну, Е тоже. Но это уже в другом канале Е, понятно? 4Е в квадрате. Е это уже в канале аннигиляции Е. Да. Тау. Вот чем равно тау. Значит, и вот это эпсилон. Эпсилон. Во что перейдет эпсилон? Это, значит, У у нас так и останется, да? А Т резко меняется местами. Правильно? Т резко меняется местами. И поэтому что у нас здесь будет? Так, это будет. Значит, тогда здесь будет это передача импульса, и это передача импульса, и это будет чему? Что тогда? Передача. Ну ладно. Значит, что такое будет? Так, будет. Будем говорить так, что у нас идет процесс такой. К плюс к минус это начальные электронно-позитронные импульсы, а здесь стоит P плюс P минус это конечное протонное конечное состояние протона, антипротон или нейтрон, антинейтрон. Когда S равно, понятно, что энергии частиц, они у всех все будут одинаковые. Я написал просто 4 эпсилон в квадрате. Теперь, что такое будет эпсилон? Эпсилон будет равно, значит, это было, это будет К плюс минус П плюс, так скажем, в квадрате, минус П, не важно, минус К плюс минус П минус в квадрате. И все в квадрате, да? Минус 4e в квадрате. Т у нас стало передачей полной энергии, да? А здесь стоит 4e в квадрате, 4e в квадрате, минус 4e в квадрате. Да? И здесь, а здесь стоит со знаком плюс. Значит, и что это такое? Здесь будет, значит, квадраты импульсов сократятся и остается 2, что же остается? Остается 2К плюс, например, или минус, это не важно. Это плюс, минус по минус, да? Плюс, минус по минус. Да, плюс, минус по минус. А что это такое? Энергии у них одинаковые. Это энергии их одинаковые. Остается только... то есть нулевые компоненты сокращаются, остаются только пространственные компоненты.
А, и это будет эпсилон, ну, то есть Е, для электрона это совпадает, а здесь будет В, П на что? На косинус тета, да? И удвоенное. 4 на П на косинус тета. И что же, такой будет? Тогда эта величина вообще приобретает совершенно простой свойств. И это будет, ну, четвертый, я все сокращу, конечно. Здесь будет Е квадрат, П в квадрате. Е это импульс. И оно тоже сократится. Числительный знаменатель. Е квадрат здесь П квадрат. Тоже. Да? Е квадрат, П квадрат. И получится... здесь в числителе получится и косинус квадрат P это минус единица, а в знаменателе плюс единица. Да? Значит, получается единица минус косинус квадрат P делится единица плюс косинус квадрат P. Это угол рассеяния. Да. А зачем я сделал знак еще изменил? А знак я изменил, потому что мне нужно... А, ничего не нужно. А почему же так получилось? Эпсилон. Да. Здесь неправильно. Минус и здесь плюс, да? Минус и здесь плюс. Да. Да. А вы говорили, когда переносишь, надо минус ставить. Переносишь, надо минус ставить, да, говорил. Но. Говорил. Но. Как я говорил, надо ставить минус для каждой. Для каждой фермионной линии. А вы перенесли две фермионные линии, да? А, да. Две фермионные линии. Никакого минуса нет. Никакого минуса нет. Да. И это все правильно. И это все правильно. Да. Вот чему равно эпсилон. Да, совершенно простенький смысл имеет. И, ну, это сигмоконтовское, это сечение рассеяния на, ну, можно было и переписать, это сигмоконтовское, опять же, в этих терминах. Ну, неохота мне, по правде говоря, с этим связываться. Ладно. Это, давайте вы в спокойной обстановке и дома это проделаете. Я боюсь... На одном еще. Ну, это не очень важно, на самом деле. Что важно? Важно то, что здесь мы, опять же, можем измерять форм-факторы, оба форм-фактора, потому что у них разная зависимость от углов, да? Уже E в квадрате, уже F в квадрате. Разная зависимость от углов входит. И мы можем оба форм-фактора измерять. Ну, естественно, их отношения, которые тоже есть, которая интересная величина и здесь. Еще на что стоит обратить внимание, на то, что вот видите, здесь я написал квадратный модуль. Там я писал когда? Когда я писал здесь. Вот здесь я писал, да? Здесь? Где же это? Вот оно сечение, да? Я писал просто квадрат. А почему это так? Потому что в разных каналах, вот здесь в канале рассеяния, вот это, я писал в канале рассеяния. И в канале рассеяния форм-фактор веществен. А в канале аннигиляции они комплексны. Поэтому надо писать квадраты модулей. Квадраты модулей, да? А, так, теперь, почему они вещественны в канале рассеяния и комплексны?
в канале аннигиляции. Вот есть такое общее утверждение, что амплитуды процессов имеют только те сингулярности, которые определяются соотношением унитарности, которые требуются соотношением унитарности. Теперь посмотрим на соотношение унитарности. В канале рассеяния. Что у нас? У нас фотон. Посмотрим на этот матричный элемент. Фотон. Что такое форм-фактор? А форм-фактор описывает взаимодействие фотона виртуального с протоном. Виртуальный фотон сталкивается с протоном, переходит в протон, в другой протон. Теперь в канале Q² у нас отрицательный. Q² отрицательный. Что это значит? Что Q² отрицательно. Понятно, что у нас нет, не может быть в канале, вот в канале с отрицательным Q² каких-то реальных промежуточных состояний. Не может быть реальных промежуточных состояний. Не может фотон виртуально отрицательный квадрат массы, реальное состояние естественно у них квадрат и нулятный квадрат импульса. Квадрат импульса, то есть в этом смысле квадрат массы, всегда положительный. Другое дело, что в канале аннигиляции у нас что может быть? У нас реакция выглядит так, что он с фотоном переходит в протон, антипротонную пару. Ну и понятно, что могут быть реальные промежуточные состояния. Значит, фотон может распадаться. Может быть такой, такой процесс, скажем, такой процесс. Здесь перешел в реальную пару, а эта пара потом перерассеялась. Вот такого рода процесс возможен. Да? То есть у нас есть реальное промежуточное состояние. Вы помните, соотношение уникальности говорит нам, что? Что S, ну как оно, в упрощенном варианте, это оптическая теорема, да? Мнимая часть амплитуды рассеяния, это есть полное сечение, да? Мнимая часть полной амплитуды рассеяния есть полное сечение. То есть амплитуда рассеяния получает мнимую часть только тогда, когда есть какие-то, когда начальное состояние может перейти в какое-то конечное состояние, ну и в какое-то промежуточное, опять, либо в то же самое начальное, либо в другое. Когда мы говорим об оптической теореме, мы говорим об амплитуде рассеяния на угол 0, то есть о переходе, о диагональных переходах. Ну, в общем случае, обобщением оптической теоремы это есть, что мнимая часть амплитуды есть так, так, мнимая часть F, так, и мнимая часть это есть M. Здесь я опускаю коэффициенты не важны, я просто напишу сумму по N, M, F, N. Ну и MNF сопряженное. MNF сопряженное. Вот это вот соотношение унитарности, которое просто получается из того, что требование, из того, что S равно единице плюс I на M. Значит, мнимая часть M, вот она должна выражаться, появляется только тогда, когда есть возможность из этого состояния перейти в какое-то промежуточное, а из него опять в конечное состояние. Ну и когда у нас, здесь у нас, мы имеем дело с переходом, когда мы имеем дело с рассеянием, то Q² отрицательное Q²,
при отрицательном q квадрат никаких реальных промежуточных состояний не может быть. А когда q квадрат положительно, ну вот может, возможен переход. В данном случае мы рассмотрим переход из фотона вот в пару. Здесь вначале состояние фотон виртуальный, здесь количество состояния это протон антипротонная пара. И возможен такой переход в какую-то промежуточную пару. Я не знаю, какой протон антипротонный. Например, в пемизонную пару может быть переход, да? А потом пемизон перешел в протон антипротон. Но только не с помощью обмена фотоном, а с помощью обмена, там, я не знаю, более сложными объектами. Но факт тот, что вот в канале рассеяния форм-факторы вещественные, а в канале аннигиляции они комплексы. Поэтому здесь мы должны писать по общему квадрате. Да? Вот, на это надо обратить внимание. Еще на что надо обратить внимание. Вот давайте отсюда перейдем в отсюда перейдем к сечению μ плюс и минус. Сечение μ плюс и минус. Д сигма μ плюс и минус. Ну, правда, может быть, нам стоило бы сказать и отсюда, и здесь, сечение рассеяния на мюоне. Сечение рассеяния электрона на мюоне. Ну, конечно, физически можно, да? Можно выйти. А что такое? Ну, выходите. Сечение рассеяния электрона на мюоне, конечно, оно имеет смысл. И в принципе, можно наблюдать это сечение. Но скорее, опять же, правильнее будет говорить не сечение рассеяния электрона на мюоне, потому что мюонных мишеней-то нет, да? И электрон мюонных встречных кусков тоже нет. Хотя в далеком будущем могут и быть такие пучки. Как вы знаете, мюонные коллайдеры планируются, да? И в принципе, возможно, электрон-мюонный коллайдер, но в настоящее время нет. И поэтому правильнее говорить о рассеянии мюонов на электроны. Мюонные-то пучки есть. Откуда берутся мюонные пучки? Опять же, значит, они берутся, это вторичные пучки, которые получаются из, значит, при взаимодействии энергичных протонов с мишенью, рождаются пемизоны, а пемизоны распадаются, какой основной распад? Ну, заряженные пемизоны. Заряженные пемизоны распадаются на мюоны и нейтрино, антинейтрино мионные. Ну вот, так, в принципе, мионные пучки есть, и можно говорить о рассеянии миона на электроне. Но эта формула наоборот, она написана. Мы говорили, что мион это то же самое, что электрон, но только с другой массой. И тогда у него Ge форм-фактор F равен единице, а форм-фактор G, ну, с хорошей точностью, форм-фактор G равен нулю. А это означает, что Ge равно Gm, да? Ge равно Gm. Ge равно Gm, да. Вот. Так, Ge равно Gm и равно единице. И равно единице. Да. И равно единице. Так. И равно единице. Ну и тогда, если мы будем говорить, рассматривать процесс
где плюс или минус, где плюс или минус, то что мы получим? Мы получим, значит, какое же сечение мы получим для этого процесса, для процесса аннигиляции. Значит, ладно, я опять же не буду рисковать и выписывать это сечение по памяти, могу и наврать. Придется мне заглянуть в кондуит и написать следующую формулу. Вот оно. Какую формулу? Значит, запишу я ее в двух видах. Это есть. Один вид такой. Это есть элегантный вид. И альфа квадрат. ДТ. Деленное на p плюс p минус в квадрате минус m квадрат, а здесь умноженное на s, это точная формула, на s плюс s это энергетический вариант, а t это передача импульса, s плюс 4m квадрат, m это масса электрона, μ это масса миона плюс 4m квадрат плюс 4μ в квадрате, да? И минус, плюс, а здесь по минус t в квадрате. Вот так вот. Все. Да? Это один вид. А в другом виде, уже когда подставили системы центра инерции, это единственный вариант. Это инвариантный вид. Подставили, когда уже выразили dt через косинус вектора, через t косинус вектора, мы получили альфа в квадрате, деленное на 16 эпсилон в квадрате, эпсилон, е в квадрате, е это энергия в системе центра масс 16, а здесь стоит dO, а здесь стоит бета. Это бета. Бета это скорость миона. Здесь умножим на единицу минус бета квадрат. 2, pardon. 2 минус бета квадрат. И это квадрат бета. Вот это течение растения. Вернее, я плюс минус аннигиляция на плюс минус. Понятно, что вот этот квадрат матричного элемента идет от квадрата матричного элемента, просуммированного и усредненного поляризации, а по поляризации это от потока и от инвариантного объема фазового. Ну и эта формула имеет инвариантный вид. А дальше вот перешли к углам энергии в системе центра, у нас получили этот вид. Что здесь? На что здесь следует обратить внимание? То, что бета – это сечение пропорционально первой степени бета. Почему пропорционально первой степени бета? Там что-то не так. Там, наверное, масса четвертая или знаменатель. Либо две массы должны быть. Масса бета. Вот вы где написали P умножить на P. Пардон, конечно, здесь стоит еще. Стоит s в квадрате. S в квадрате. Правильно, молодец, по размерности, да? И еще кое-что. Я вот говорю. Пардон. Значит, что еще? Зачем еще вам нужно? Вот скобочка вот квадратная внизу, там тоже. Здесь это четвертая. Да, четвертая, да? Ну, четвертая. Да, масса четвертая. Ее можно и выбросить, на самом деле. Да. Потому что это масса электрона. Ее можно, конечно, выбросить. Я просто точную формулу привел, которая годится и для вклада аннигиляционной диаграммы в течение плюс и минус рассеяния. Вот это вот, эта формула точная, да? Вот так, значит, вот это, теперь я говорю, вот первая степень бета, что, откуда она идет? Вот первая степень скорости, она идет из фазового объема, да? Из фазового объема. Только. А
квадрат матричного элемента, он не зануляется при бендеровом нулю, в отличие от того, что мы имели для имизон, для рождения плюс и минус. Почему это так? Потому что здесь у нас конечные мюоны могут быть как в S-волне и в D-волне, но не могут быть в P-волне. Почему? Ну, это легко понять из соображений сайт-печерности. Что у нас есть? Для системы фермиона и дифермиона мы знаем, что P-чёркость, это равно минус единица в степени L плюс 1. Знаем? Да? L плюс 1, да? А C-чёркость, почему так? Минус единица в степени L, это за счет орбитального движения, единица за счет того, что внутренние четкости фермиона и антифермиона противоположны. Этому вас, я надеюсь, учили, да? Ну и C-четкость, это есть минус единица в степени L плюс S. Да? L плюс S. Что это означает? А у нас, если идет реакция E плюс и минус в E плюс и минус, то конечная E плюс и минус пара, она рождается фотоном, то есть имеет фотон, фотона C-четкость минус единица. Значит, или и P-четкость у фотона минус единица. Значит, L должна быть четная, да? L должна быть четная, а S должно быть нечетная. Ну, это означает, что спин должен быть единица, полный спин. Это полный спин системы. Значит, полный спин рождаются мюоны, мюон-антимюонная пара рождается в состоянии с полным спином единица, а L может быть либо 0, либо двойка. Либо 0, либо двойка. Ну, то же самое справедливо и для электрон-дейстронной пары. Да? Электрон-дейстронная пара аннигилирует в состоянии с S равно единице, с полным спином единица, а с L равно либо 0, либо двойка. И, используя вот это обстоятельство, вот это то, что у нас равно либо 0, либо двойка, и используя еще полный, используя еще закон сохранения спиральности, для ультралитвийских мюонов можно ультралитвийских, когда P это равно единице, можно получить просто эту формулу. Потому что это будет ультралитвийский, это у нас единица плюс косинус квадрат тета. Ультралитвийский по мюонам единица плюс косинус квадрат тета. Да? Смотрите, какое отличие от мюонов, когда было синус квадрат тета ультралитвийский. Здесь единица плюс косинус квадрат тета. Но, тем не менее, ну, для пиона синус квадрат тета он элементарно получался сразу. Здесь более сложно, но тоже можно получить вот такое угловое распределение, используя закон сохранения спиральности для ультралитвийских мюонов. То ультралитвийские мюоны рождаются в состоянии с разными спиральностями. А ультралитвийские электроны аннигилируют в состоянии с разными спиральностями. Вот это угловое распределение можно получить. Значит, теперь, что касается полного сечения, еще надо сказать про полное сечение. А, может быть еще что-то надо, еще может быть что-то сказать. Ну, конечно, можно, можно из этой формулы перейти, получить эту формулу, полагая GE равным GM равным единица. И да, на самом деле можно получить коэффициент. Здесь вот мы не выписали коэффициент еще, сигма-модтовская.
правда, на регистрационном канале мы его не выписали здесь, да? Но его можно восстановить, используя эту форму. Так что советую вам дома это проделать. Еще что? Еще стоит сказать о полном сечении. Полном сечении. Оно легко получается интегрированием при этого сечения по углам. В ультралитинизме. В ультралитинизме по миону. Мы не будем его выписывать. Будем выпишем его только в ультралитинизме по миону. И это символ полное будет 4 третьих. И альфа квадрат 19. Вот это сечение. Оно, так сказать, является, как я уже говорил, калибровочным таким, стандартным сечением. 4 трети пи альфа квадрат на s. Отличие от сечения в мюоне. Какое сечение? Какое отличие? Сечение плюс минус в мюоне, если под фактом положить равным единице, то будет отличаться в 4 раза. Мы его выписывали, оно было пи альфа квадрат на s. А здесь 4, да? Можно просто. Вы сказали, что вот этот мюоне. Это мюоны, да, я плюс минус пионы. А отличие тогда от чего? Пионы. А, пионы, все понял. Не минус, не плюс, не минус. Мы выписывали сечение, когда здесь не плюс, не минус, да? Да. И там не было четвертого. Там содержало, это сечение содержало квадрат форфактора. Но если форфактор положить равным единице, то здесь будет единица просто, вместо четвертого, да? Ну, наивно, казалось бы, четверку можно как объяснить? Ну, у нас есть 4 степени, лишних 4 степени свободы, да? Есть спиновые степени свободы. У каждого электрона 2 степени. Вернее, мы говорим теперь о конечных ионах, да? По сравнению с конечными ионами. Пионы безмассовые частицы, безспинные частицы, эти со спином 1/2, у каждой 2 степени свободы, всего 4, вот она четверка. Наивно так можно объяснить, но сразу видно, что это неправильное объяснение. Почему это видно, что неправильное объяснение? А? Потому что рождаются мионы только с противоположными спиральностями, да? Только с противоположными спиральностями. Поэтому это объяснение не проходит. Оказывается, здесь важно то, что спиновое взаимодействие связано с магнитным моментом, да? Играет роль. Половину, по существу, половину вклада в это взаимодействие так, зарядов, а так, половину это взаимодействие магнитных моментов. Да. Что еще стоит сказать про эти формулы? Да, еще стоит сказать, вот мы написали эту формулу для, вот скажем, формулу, вот эту формулу, да? Для случая, когда бета конечная скорость миона порядка единицы, да? А когда конечная скорость миона становится маленькой, я уже говорил, что нельзя пользоваться этой формулой, потому что надо учитывать взаимодействие, даже для мионов надо учитывать взаимодействие, кулоновское взаимодействие в конечном состоянии, да? И это взаимодействие, кулоновское взаимодействие в конечном состоянии приводит к умножению на так называемый фактор Замерфельда-Сахарова. Фактор Замерфельда-Сахарова, который есть и альфа делить на v, на бета, а здесь единица минус, e в степени минус и альфа делить на бета, да? Вот этот, он связан с пси от нуля по модулю в квадрате. Где пси от нуля? Это волновая функция, взаимодействующих по кулоновскому, взаимодействующих иона и антимиона. Взаимодействие это кулоновское. Вместо просто плоской волны, которая есть в нуле,
плоская волна. Если инфракрасный при равном нулю, она равна единице. А вместо вот плоской волны стоит вот такой фактор в нуле. И видно, когда есть бета, когда вот этот фактор, он не является маленьким, то есть когда применима теория возмущения, e квадрат на v, это на самом деле есть e квадрат на v, да, e квадрат на v. Когда e квадрат на v мало, то мы можем эту экспоненту разлагать, единица сократится, пи альфа на бета тоже сократится, получится единица, да? Ну а когда этот фактор, этот фактор большой, экспонента выбрасывается, и бета сокращается, вот это бета сокращается, да? И у нас сечение выходит на константу. На пороге сечение выходит на константу. И это такой общий закон. Общий закон для всех частиц. Да. То есть вот это и есть вероятность образовать мюонии? Ну вот, да? Мюонии образовать вероятность? Нет, конечно, нет? Это не мюонии. Нет. Это все-таки выше порога, вы понимаете? Выше порога. Ну, а мюонии да. Вы должны пойти ниже порога, да? Да. И сечение тогда должно содержать это функциональное сечение, перехода в одну частицу, в мюонии, да? Да. Это, оно должно содержать вектор-функцию, да? Ну или с учетом того, что мюонии-то все-таки это будет, с учетом того, что мюонии это нестабильная частица, да? Сечение будет иметь вот такой резонансный вид, который я писал раньше. Правильно? Понятно. Как это сокровизон? Сокровизон, да. Но только со своей шириной, со своими ширинами распада. Так. Ну что же. Так, выдержите вы еще пару часов? Ну а куда вы денетесь? Перерыв сделаете, да?